Здравствуйте, уважаемая жюри Golden Time. Меня зовут Светлана Полюченко. Я родом из Украины, из маленького городка Олешки. Рисовать я любила с детства простым карандашом. Но со временем я забросила рисование. После школы пошла учиться на экономиста. И уже будучи в более старшем возрасте, выйдя замуж, я попробовала вернуться своему увлечению, стала писать маслом на холсте. В основном я люблю изображать природу. Горные, лесные, морские пейзажи, небо на закате дня, палитра красок, которым окрашивается небо на закате, меня очень вдохновляет. Есть также среди моих картин работы с моей фантазией. Одну из них хочу вам представить на вашем конкурсе. Называется она «Одиночество. Лёд». Так получилось, что я ее рисовала в не совсем простой период своей жизни. И уже в конце работы заметила, что все свои чувства, все свое внутреннее состояние, мысли я вылила на холст. Я очень благодарна за приглашение участвовать во втором туре. Надеюсь, работа вам моя понравится. Спасибо за внимание.